Всем привет! Приветствую вас на моем канале Тула Трофи Тим. И сегодня мы с вами приехали на то место, где снимали обзор грузовика 8x8 МАН. И сегодня по его траектории пойдет наш обновленный китайский грузовик, наша котлетка. Мы ее называем Татрой, но это не Татра. Кто следит за новостями, знает, как она называется. Это китайский военный грузовик SX-2150, по-моему. Вот, название я его не выговорю. Так что, чтобы было проще, и подошли вот эти буковки, мы назвали его Татрой. 6x6, котлетка на базе ХГ-П601. Вот такой вот грузовик с кузовом от Cross RC. Поехали на тесты. Довольно-таки затяжной подъем сейчас нас ожидает. Поехали посмотрим, справится ли. Наш 6x6 с этим подъемом. Для этого грузовика нет ничего невыполнимого. Вы посмотрите, какой большой бугор. Очень большой. Не знаю, как вам это поточнее преподнести, но он очень большой. У грузовика проблем с этим не возникло вообще. Едем дальше. Боковое скольжение отсутствует, угол приличный. По мостам смотрите, как они у нас выжмались. Солнышко, конечно, нам немножечко мешает, но посмотрим. Самое главное, нам понятно, где он едет и как он едет. Давайте подъедем для фотосессии вот на такой интересный холм и пофоткаемся. Сделали пару кадров и едем дальше. Сегодня у нас будут не только подъемы, но и спуски. Спуск круче даже, чем подъем. У нас отсутствует
тормоз двигателем как таковой. Драг-брейка у нас нету, но это даже более копийно, потому что он идет под своим весом. Тихо, как будто у нас установлена функция помощь при спуске с горы. 20 минут катания, полет нормальный. Стоковое шасси легко переваривает этот вес. Регулятор холодный, мотор холодный. Едем в импровизированный каньон. Тень моя, конечно, все портит. Но сейчас попробуем уехать на какой-нибудь другой участочек, где мы будем в теневой зоне. Но вот этот каньончик мы обязательно должны проехать. Он очень такой интересненький. Намытые камни, трава. И для нас, для тестов, это очень хорошо. Ходы меня очень радуют. Они, этот вес кузова заставляет эту шасси работать совсем по-другому. Как вы знаете, у меня много уже было грузовик этих китайских геликов 6 на 6, вот, и там подвеска никогда не работала. Здесь она реально тащит. И колеса, кто бы что про них ни говорил, с этим весом это просто небо и земля. Не хватает нам чуть-чуть выхода. Придется подложить камушек. Чтобы было понятно, здесь карман и просто колеса упираются и не может подняться наверх. Подложил вот такой импровизированный камушек и попробуем заново с вами. Вот и все. Очень опасная ситуация. Тест на опрокидываемость. Нет, сдам чуть-чуть назад. Ну и все. Здесь мы столкнулись с высохшим водопадом, и поэтому мы держим путь в обратную сторону.
Я потом его еще взвешу. Вес очень хороший. И проходимость тоже стала лучше. Поехали. Уперлись задним мостом, средним мостом, сейчас чуть назад сдадим, попробуем ходом. Большой камушек, придется объехать. Ну вот такой вот тест-драйв у нас сегодня с вами получился. Сносит все на своем пути. Всем спасибо за просмотр. Если вас интересует какая-то модель на заказ, или вы хотели бы что-то модернизировать в своей модели, в принципе, обращайтесь, я этим всем занимаюсь. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на канал.